Вы о государстве говорите? Нет, об обществе. Например, знаете, у нас в Армении был медицинский институт, я помню. В нем обычно приезжали, когда я был еще студентом, снимать девочек, знакомиться. Эти девочки занимались сексом нетрадиционным, зато оставались девственницами. Это вот модель, которая была любимой моделью элитных девиц, которые при этом сохраняли свои внешние... Красное яблоко. Да, красное яблоко.